Здрасте, здрасте. А сегодня у нас... Наруто! Что ж, в прошлой части мы нормально так разобрались за Бузой. Вот он, кстати, лежит, отдыхает со своим парнем. Ну, не будем им мешать, если захотите освежить память на тему их романтических отношений, гляньте первую часть на моем канале. В общем, после того, как команда номер 7 помогла пиздюку Инари и его деду-наебщику достроить мост, им наконец удалось смыться с этого дурацкого острова, а значит, есть время немножечко почилить. Вот, например, Наруто тупо лежит и чешет об сук свои яйца. Ой. Ну, короче, хуй вам, как говорится, ибо время игр в аквапарке закончилось, и пора бы заняться реал бизнесом. Вот тут ребята, что своими силами победили одного из якобы мощнейших ниндзя-отступников, выполняют такое важное стратегическое задание для деревни, как прополка сорняков. Эй, ты! Ты что, крейзи? Согласен, это может показаться излишне жестким, тогда посмотрите на миссию, в которой Наруто решил выгулить щенка на минном поле. По кайфу, по приколу. Блять, короче, здесь уже все на этот оставим. Будем это самое на расход уже идти. Я такой думаю, блять, думаю, что за хуйню какую-то. Че вообще он доебался? Ребят, а вы не подскажете, чем вы работаете, кем вы зарабатываете? Как видите, пес на своей волне попался, а потому малость не фартанула. Ну да, как вы могли уже понять, серия начинается с того, как мелкие шестерят на низкоранговых миссиях. Тут, в принципе, ничего интересного, все как обычно. Вот Наруто умудрился чуть не сдохнуть, пока мусор из речки вылавливал. Да, все как обычно, в принципе. Вот только один нюанс. Пацаны теперь между собой не ладят. Дело в том, что Саски, хоть и отсосал последний раз у Хаку, тем не менее сделал он это с понтом, прикрыв своей грудью Наруто. Так сказать, откинулся на респекте. Учитывая то, что если бы Хаку не оказался пацифистическим любителем BDSM игр, то акклиматься Учихи бы уже, ну, не довелось, да? Наруто резонно чувствует себя после этого в долгу у напарника. Милая такая химия между парнями, я бы сказал, ибо могло показаться, что подобный жест, наоборот, должен сблизить чуваков. Но здесь, так сказать, межличностные чувства вступают в конфликт с высокими стремлениями обоих. Как мы помним, Саске... И ему не важно, насколько пафосно он проиграл, он все равно чувствует себя проигравшим. То бишь, цель стать сильнейшим, дабы кого-то там убить, от него по-прежнему весьма далека. Более того, он практически погиб в этой миссии, а значит был на волоске от того, чтобы всю эту свою жизненную цель по убийству брата зафейлить. Это несколько вгоняет Учиху в состояние фрустрации, от чего он всеми силами старается доказать себе и остальным, что это единичный случай. И на самом деле он достаточно силен. Отсюда у него все это дикое желание в данной арке попиздиться с сильнейшими гениями во время экзамена на Чунина. Но об этом позже. Наруто, в свою очередь, тоже чувствует, что он слегка так зафейлился, ибо хочет он также стать сильнейшим, дабы обрести титул Хокаге, а по сути чуть не помер от Сасафу Хаку и легко отделался исключительно благодаря Саске. Мириться с этим он не намерен, а потом он также начинает изо всех сил петушиться. Что особенно мило во всем этом, так это то, что несмотря на то, что оба петуха как никогда распушили свои хвосты, тем не менее видно, как за всем этим соперничеством их взаимное уважение друг к другу все же стало, ну, намного сильнее. Так, например, Наруто и Саске теперь вполне способны периодически вступать в серьезный диалог, когда дело касается важных тем, и даже, ну, так сказать, верят друг в друга. То есть пытается убедить себя и остальных, что каждый из них сильнее другого, но при этом расценивают этого самого другого как кого-то, кто может дать прикурить всяким рандомным ноунеймом. А вообще, мы могли заметить, что в первом сезоне удерживается такой вот баланс между силой Наруто и Саске. По сути, весь сюжет выстраивается в кривую, где они поочередно сменяют друг друга на вершине крутости. Так, например, аниме начинается с демонстрации пиздатости Саске, однако после этого Наруто его унижает, дабы замаскироваться под Учихи и подкатить свои шары к Сакуре. Затем идет экзамен Какаши, где они оба лажают, но уже сразу после этого Саски оказывается на высоте в схватке с двумя бомжами из тумана. Потом уже Наруто на высоте против Забузы, и после этого Саски открывает Шаринган, держится молодцом против Хаку, однако прикрывает собой Наруто, и уже тот показывает, на что способен силой Девятихвостого. То бишь, как вы понимаете, сейчас настал черед сосать Наруто, поэтому ближайшие несколько серий паренька будут все унижать. Давайте же посмотрим, как именно это будет происходить. Что же, начинается процесс опущения вот с чего. Ну все, я ухожу от вас. Ах да, самые преданные мои фанаты, которые смотрели первую часть обзора, знают, что вырезки из-за немца я вставляю исключительно в расово верной озвучке 2G2 или Jetix'а. Ибо, во-первых, японскую звуковую дорожку у меня отказывается читать Вегас, а во-вторых, в моих субтитрах все непотребные ругательства переводятся как «сандаль», а Забуза до этого из «демона, скрытого в тумане» превратился в обычного «поганца». В общем, не переживайте на этот счет, скоро вы привыкнете. Вот, например, смотрите, как хорошо перевели и озвучили появление Конхамару его команды абсосов. Изучаем взрослую романтику. Куноити из старшей группы. Любимая техника умножения и разделения. Имя Удон. Все вместе мы отряд Конохамару.
Солидно, конечно. Впрочем, я никогда прям большим фанатом этого пиздюка не был. Ну, за меня на этот счет куда лучше выскажется Конкуру. Да ты больной. Я вообще терпеть не могу малышей. Тем более таких маленьких. Лучше и не скажешь. Да, знакомьтесь, это Конкура. Шиноби из деревни, скрытой в песках. Как понимаете, он не местный. Что-нибудь забыл не в своей деревне? Тут, значит, посмотрите, какой движ образовался. Два раза в год среди шиноби-генинов проводится специальный жесткий экзамен, в ходе которого он, если не помрут, имеет шанс перейти на следующую ступень развития и получить повышение в звании до ранга чунина. Ну, это те делбики, которые от кунаев уклоняться не умеют и всасывают соло от учеников академии. Определенно, та возможность, которую упускать, ну, не стоило бы, а потому в деревню, где проводится экзамен, сразу же нахлынывает огромная куча бомжей из всех деревень, дабы попробовать силы в этом нелегком соревновании. Например, вот эти грозные челики, у которых на шапках написано «Плохой, плохой, плохой». Эти парни, один из которых инвалид, а двое других похожи на выросшего гумбу. Или же Конкура, да. Ну, в принципе, лук у него соответствующий. Собственно, между Конкура и Наруто завязывается небольшая перепалка, связанная с тем, что, во-первых, он идиот. Малявка! Лучше перестань, а то потом будут проблемы. А во-вторых... Я вообще терпеть не могу малышей. Просто посмотрите на этого Делбика. Он прибыл по специальному разрешению в Коноху, чтобы участвовать в важном экзамене, но готов рискнуть всем этим, для начала показав все свои секретные техники, а заодно и нарушив законы этой деревни. И все только из-за того, что... Я вообще терпеть не могу малышей. Если ко всему этому еще забежать вперед и добавить, что истинная цель шиноби из песка — это подготовить масштабное нападение на Коноху, ради чего им следует держаться максимально тихо и не привлекать лишнего внимания, причина в лице... Я вообще терпеть не могу малышей. Становится еще более охуенный, чтобы все это зафейлить. Просто представьте, что президент деревни сидит в такой своей ебучей пустыне, помираете от голода, жажды, ради получения большего влияния ресурсов заключаете союз с другим президентом деревни и разрабатываете хитрый план, как вы по-тихому и в два счета нагнете своего мощного соседа, совершив внезапное на него нападение. Как вдруг узнаете, что вся эта миссия пошла по пизде и ваш план лососнул, тупо из-за того, что один из ваших ключевых челиков, что должен был проникнуть в врага, говорит: «Я вообще терпеть не могу малышей». И палит всю контору. Ну это, конечно, десяточка. Благо, всю эту хуйню вовремя прерывает третий из команды по имени... Собакуна Гаара. Завидев Гаару, Конкура тут же присаживается на очко, ибо, ну, одно дело пиздить... малышей. А другое дело вступать в конфликт с пафосными половозрелыми юношами. Как бы то ни было, на этом троица из песка решает откланяться. Собакуна Гаара обменивается контактами с Саски и последний начинает грезить о том, как будет нагибать крутых мощных соперников, доказывая самому себе свои охеренные навыки. Наруто же... мечтает, как он сразится с Конкура. Это небольшой такой момент, который показывает, насколько туже в этом плане Наруто, ибо в отличие от того же Саски, который идеально прочитал атмосферу и понял, кто в этой троице песка босс, Наруто даже не обратил внимания на Гару, а продолжил расценивать как соперника вот этого вот типа в устрашающем Гугуруме с лиловым поносом на морде. Это просто такая мелочь, которая должна показать нам разницу в мышлении Наруто и Саски и лишний раз унизить блондина. Ну, потому что, блять, у тебя есть безбровый пафосный хер, который помимо того, что похож на еноти, под ксибутиратами, стоит вниз головой, держа за спиной огромный глиняный графин. Так у него еще и татуха с китайской надписью. Любовь. И рыжие волосы. Блять, ну тут не надо быть гением, чтобы понять, что бедасы могаи в анимахах всегда самые жопонадирательные, ибо таково главное правило: если ты упорот и тебе на все похуй, то ты доминируешь. Но нет, Наруто решил выбрать себе в соперника парня в Кугуруме. Ну не долбоёб ли? В общем, после всего этого нам решают показать то, как Ирука-сенсей, про которого все уже нахуй забыли, решает испытать всех своих учеников, дабы убедиться, что они могут участвовать в экзамене на чунина. Ну в этом ничего интересного нет, он просто маскируется под какого-то долбоёба и отхватывает пизды от каждого из учеников по очереди. В целом, заслуживает уважения, насколько это ответственный педагогический подход. В конце концов, не каждый учитель готов так напрягаться ради своих бывших учеников и похищать рандомную маленькую девочку, связывать ее, угрожать убийством, просто ради того, чтобы проверить, насколько те мощные. Заслуживает уважения. А Маэги, в принципе, должна уже начинать привыкать к подобному, зная то, как Кисимото прописывает женских персонажей. Игры с Шибарой — это основная вещь, которой та будет заниматься, став полноценным ниндзя. В общем, все челики сдают проверочные тесты руки и
решает пойти записаться на экзамен. Даже Сакура, которая в принципе и осознавала всю свою бесполезность и слабость, и не хотела во всем этом участвовать. Самое интересное из всего этого, это то, как нам постепенно нагнетают атмосферу вокруг других участников экзамена. Нам поочередно показывают множество новых персонажей, заставляя нас гадать, кто же это такие и как те себя проявят. Плюс нам вполне так ненавязчиво напоминает и про бывших одноклассников Наруто. Все это заставляет мир Наруто казаться живым и населенным множеством самых разных и ярких персонажей, а не зацикливаться исключительно на команде Наруто. Говоря простым языком, нам просто периодически показывают рандомные кадры, где какие-то незнакомые челики выебываются. Это я самый сильный генин деревни Листьев. Если вы смотрели передачу по типу «Фактора страха», то сразу раскусите, откуда спижен данный прием. А также выкупите, что те, кто больше всего выебываются, вылетают обычно в первом же раунде. Чтобы держаться сильно, мощно и всех нагибать до самого конца аниме, посмотрите на то, как ведет себя Кабуто. Появился впервые, сразу заявил, что он лох, поиграл с пацанами в покер, затем один раз увернулся от тычка в ебучку и блеванул. После этого сказал, что с него хватит и дал заднюю. В итоге, один из самых мощных чертей во всем аниме, который спустя пару сотен серий своими силами воскрешал всяких пафосных шароёбин и заставил их махаться с другими пафосными шароёбинами. Сам все это время отсижил жопу в пещере, гладя своего змея. А теперь посмотрите на всех этих выебистых ушлепков Гару, Кибу и Неджи. Отхватил от Наруто, отхватил от Наруто, отхватил от Наруто. Сразу же в голове выстраивается нормальная модель поведения. Вот этот бравастый Рок Ли почти ее понял и изначально притворился абсосом, когда пара говнарей перед экзаменом прессовали новичков. Однако не удержал свой вихрь Конохи в трусах и завалил всю маскировку, дабы подкатить к Сакуре, показав себя крутым челом. Давай будем встречаться. Лучше отвали. Ты пухлый. Наизичих отпиздил Наруто Саски, даже не вспотев. Ну и посмотрите, что из этого вышло. Заодно подставил и Неджи, который этот план и придумал, из-за чего тот за экзамен успел отпинать хиленькую боязливую девочку, а затем втащил от Наруто. Аниме-гравитация работает таким образом, что если ты чересчур залетаешь от своего пафоса, она тебя быстро так попускает. Но это мы уже вперед забежали, господа, давайте-ка по порядку. Как я уже сказал, два чувака решают прессануть малолеток, не дав им подать документы на начало экзамена. Но это все такой хитрый наеб, на самом деле они чунины и просто проводят такую вот проверочку. Вот эти три опездала. Команда Неджи состоит из Неджи, Рокэли и Тентен. Изначально они логично рассудили, что на экзамене, где все будут соревноваться со всеми и где фактор неожиданности может сыграть решающую роль, было бы неплохо обмануть других и заставить их подумать, что вы кучка лохов, абсосов, ну и конченые вообще по жизни, к которым серьезно относиться не стоит. Сосок вот, например, не такой умный, и для него его личные выебоны куда важнее подобных глупых тактик, ведь он же... В конце концов, он же не собирается втираться в доверие к Итачи, а потом резать того во сне. Он как настоящий true честный ниндзя хочет выйти с ним раз на раз по-пацански и захуярить лещами. А потом такие жалкие наебки ради дурацкого экзамена ему, ну, ни к чему. Ему же в принципе похуй, сдаст он или нет, он просто хочет помахаться с крутыми челиками, дабы проверить свои навыки. Собственно, за счет того, что Рок Ли оперативника так запал на Сакуру, подобные возможности ему и выпадают. Лиственный вихрь! Что? Ну, как видите, получилось не очень. Перед этим Рок Ли уже успел пиздюлить и самого Нарутку, лишний раз того унизив. Конохарепу! О, не удивляйтесь, что челик говорит то на русском, то на японском. Английский он знает тоже. Сакурсан, I love you! Love. Глядя на это, вы, возможно, спросите. А как же Сиринган? Ведь правда, особенность же Сарингана в том, что с помощью него можно... предугадать техники, требующие для своего выполнения раскручивания чакр или завязывания символов. Ну, дело в том, что Рок Ли, он, как бы это сказать, андердог! То есть изначально этот чувак не умеет использовать ни ниндзюцу, ни гиндзюцу. Единственное, что ему остается, это тренировать тайдзюцу. То бишь, рукопашный бой. Собственно, натренировав свое тело до таких внушительных показателей, он способен пиздить Саски тупо за счет того, что неважно, как хорошо тут прочитает его движение, он просто ничего не успеет сделать, пока ему не прилетит в ебало. Собственно, да, таким образом Рок Ли выигрывает этот бой. И да, это чертовски крутой персонаж, ибо полностью состоит из контрастов. То есть он является, по сути, самым ограниченным из всех ниндзя в плане техник, но при этом один из самых сильных. Он постоянно выставляет себя посмешищем, как из-за своего поведения, так и из-за своей внешности, но является угрожающе мощным бойцом. Он кажется долбоебом, но при этом имеет огромную волю и самоотверженность. При этом следить за персонажем, который преодолевает трудности на пути к своей цели, всегда весьма увлекательно. И Ли именно такой.
такой персонаж. В общем-то, именно из-за его долбоебской части у Саски в особенности горит от этого поражения, ибо ладно еще проиграть Хаку или Забузе, неприятно, но жить можно. Здесь же его в сухую уделывает чел, который выглядит как откровенное посмешище. На самом деле Ли уже был готов уебать Учиху головой о кафель, но его вовремя прерывает учитель Гай. Что тут происходит? Как вы поживаете? Ну, как видите, эти парни друг друга стоят. Более того, Гай, как оказывается, это давний соперник Какаши, который якобы ничуть тому не уступает. Эй, ребятки, как там Какаши-сенсей поживает? А ты чё, Какаши знаешь? Люди нас с ним называют вечными соперниками. И должен вам сказать, что я сильнее Какаши. И за счет этого уточнения нам еще больше нагоняет интриги на его ученика. Так еще и помимо этого, сам Рок Ли говорит о том, что на самом деле на Саске ему откровенно похуй. И он просто проверял свои навыки, ибо самый мощный жесткий чел во всей деревне — это его напарник Нейджи Хьюга. И с тем у него давняя вражда по типу вражды Наруто и Саске. Собственно, и на экзамен Ли главным образом вышел только того, чтобы его завалить. Похвальная цель. Как видите, вторая арка вполне так неплохо интригует с самого начала. Дальше Саски с Нарутой и Сакурой приходят в зал общего сбора участников, дабы приступить к первому этапу. Ну, тут они знакомятся с Кабуто и встречают своих бывших одноклассников. Ну что же, давайте с ними познакомимся и мы, чтобы в дальнейшем было легче во всем этом потоке школоты ориентироваться. Чоджи Акимичи. Жирный Делбик, главный приоритет которого по жизни — это набить свою жирное пузо хавкой, дабы умереть от холестерина раньше, чем его прикончить другие ниндзя. Несмотря на это, чел проницательный. Насмотревшись американских комедий, вовремя понял, что в школе таким как он натягивают труселя на голову, после чего сыграл на опережение, пришил к ним протектор Конохи и теперь гоняет с труханами на башке и не парится. Ебанако Ина. Выглядит лучше, чем Сакура, одевается как шлюха, хочет выгодно торгануть пиздой. В общем, с ней все нормально. Вторая женщина в этой сосисочной пати — Хината, сестра Неджи. Влюблена в Наруто, но скромная. Если вы изучали глубинную психологию, то знаете, что предметы одежды — это еще один способ для челиков отгородиться от мира и защитить себя. Именно поэтому в Евангелионе, когда организация Зиэль допрашивает Акаги Рицика, они делают это, пока та стоит голой. Потому что так они расшатывают ее психику и лишают чувства защиты. А теперь представьте, насколько нужно быть отгорожены от всех вокруг, дабы летом, без конца занимаясь физическим спортом, гонять, сука, в полушубке нахуй. Несмотря на то, что Хината была моей вайфу в детстве, до того, как ее заменила Темария, затем Конан, ну короче, неважно. Надеюсь, что у нее хороший дезодорант, а то придется пожалеть об этом. Ее напарник — Иназука Киба. Еще один долбан, что носит зимнюю куртку с капюшоном и шортами. Но с ним как раз все в порядке. Дело в том, что это местный оборотень. Как называют его Сирожа, зверолюд. Всюду гоняет со своей собакой Акамару, и дерутся они тоже вместе. Полагаю, что было бы очень стрёмно оказаться единственной лысой собакой в стае, если ты рассчитываешь на успех в этом поприще. А потому меховая куртка, как элемент звериной натуры, совершенно ни о каких отклонениях не сигнализирует. Третий из их команды — это Шина, фамилия Абураме. Скрытный, общается на каком-то своем наречии. Старомодно, короче. Но в русском дубляже, разумеется, весь этот момент просрали. Также одевается как долбоеб, но в его случае это связано с тем, что у себя в брюхе он носит несколько тонн блядских жуков. Вылезают они из таких вот дырок, так что, ну, представьте, как выглядит тело этого челика без одежды, особенно если у вас есть трипофобия, и скажите спасибо ему за то, что он никогда при вас не раздевался. Ну и последний — Нара Шикамару из команды Ина. Тут просто идеальное попадание в зрителя, недаром у паренька столько фанатов. В чем его фишка? Но если быть кратким, то он дохуя умный, но при этом опездал. И это очень важно, ибо позволяет зрителю ощутить сильную связь с этим персонажем. Шикамару на все похуй. Он фактически гений, но никогда этого не показывает, если ситуация не становится критической. А все потому, что ему, ну, лень. Он не хочет привлекать к себе излишнее внимание, даже когда Кабуто уебали за его выебоны. Шикамару в первую очередь смотрит на это с позиции: вот и нехуй было выебываться, братан. Это вызывает огромную эмпатию у зрителя, ибо каждый из нас тоже хочет быть дохуя умным, как Шикамару, но большинство из нас никогда не выигрывали каких-либо внушительных соревнований, не пользовались репутацией гения, а скорее были известны как, ну, опездалы. Поэтому нам слегка трудно ассоциировать себя с каким-нибудь Ягами Лайт
проектом, ибо мы никогда не были известны как «Лучший школьник Японии» или с «Лелушем», ибо, скорее всего, большинство из нас не играло в шахматы на деньги с завязанными глазами. Но при этом нам приятно считать, что мы имеем репутацию долбоебов просто потому, что нам похуй, а не потому, что нам от бати достались 3 лишние хромосомы. Поэтому нам нравится Шикамару. Но не мне, потому что я, учась в детстве в 7 классе гимназии, выиграл 3-е место на Олимпиаде по биологии, даже к ней, сука, не готовясь. А потому мне такие дешевые оправдания не нужны. Шикамару, мне кажется, порой излишне жирно акцентирует внимание о том, какой он, сука, умный, ведь он генерирует сложные многоходовочки в аниме, где... Даже самый, сука, тупой по общественной оценке персонаж постоянно генерирует сложные многоходовочки. Гениально. Ну вот, со всеми и познакомились. Так что давайте возвращаться к сюжету. Наруто самоуверенно бросает: «Меня зовут Наруто Узумаки! Я сумею победить всех вас! Вот увидите!» Чем вызывает гнев многочисленных участников экзамена. Бля, ну бояться есть чего. Вы просто оцените, насколько мощные, скажем, вот эти парни. У этого типа нос еще больше, чем, сука, у Марио. А потому, если он вступит в контакт с прошлой командой из деревни Дождя, прыгнет на злого Гумбу, а потом съест хорошего, то сможет получить баф на неуязвимость и за несколько секунд раскидать всех абсосов в этой комнате. Или оцените этого парня. Помните, я вам говорил про Эмма в аниме? Этот вот настолько жесткий, что у него аж повязка с логотипом деревни окосела и спряталась от страха за челку. Остальные в этой аудитории настолько крутые, что даже не парятся, тупо прибывают на чили. Но вот несколько делбеков из Атагакури слегка бомбанули от того, что Кабуто назвал их деревню залупой, настолько маленькой, что та может поместиться под хвостом у чихуахуа, и решили слегка так проучить очкарика. Но мы-то все понимаем основное правило аниме, а потому засекаем таймер до момента, как всю их троицу посадят на бутылку. В общем, после этого уже начинается экзамен, а потому давайте перейдем к разъяснению его сути. Смотри, братан, тут вот какой замут. Первая часть экзамена, она, ну, письменная, в ней надо решить тест. Вопросы в нем достаточно интересные, ну вот, например, смотри. На рисунке ниже представлено Нагорье высотой 1100 метров, захваченное предполагаемым противником А. Произведите вторжение на территорию врага при условии, что известно примерное расположение линии обороны противника. Обоснуйте ваши действия или укажите самую важную точку курса атаки, учитывая горную местность. Или вот еще. Некий химический компонент находится в растворе диэтилового эфира. Добавьте в раствор диэтилового эфира соляную кислоту, чтобы растворить осадок. Добавьте и смешайте раствор каустической соды таким же путем с остатком в растворе диэтилового эфира. Определите и опишите название и структуру химического компонента в растворе диэтилового эфира. Ну, короче, вы поняли. Ясен хуй, никто из этих дегенератов подобную залупу в жизни решить не сможет. А потому истинная цель этого экзамена — проверить то, как чуваки умеют использовать свои способности, чтобы находить нужную информацию у других. Для этого в аудитории сидят 2 подставных чунина, которые знают все ответы. А задача генина — вычислить их и списать не попавшись. За каждый парьёб с тебя снимают 2 очка. Всего их 10. То бишь, 5 раз попадешься и вылетаешь. Разумеется, об этом напрямую не говорится, но почти все челики быстро до этого добираются и находят нужную инфу. Почти все. Единственное, не считая выбывших, кто оказался достаточно туп, чтобы это не заметить, это Наруто и Сакура. Что иронично, учитывая, что Сакура, походу, единственная, кто ответила на все вопросы своими силами, а Наруто единственный, кто не допер, что нужно списывать, и при этом не смог ответить ни на один вопрос. Более того, Сакура оказывается достаточно туповатой, чтобы удивиться тому, что оценивать будут баллы команды целиком. Что как бы логично, учитывая, что перед началом сам Какаши им сказал, что к экзамену допускается лишь команды в полном составе, ибо первая часть экзамена будет сдаваться командно. Ну, гений, хули. Недаром лучшая ученица, недаром лоб большой. В общем, по истечению отведенного времени наступает момент, когда челики должны ответить на 10-й вопрос. И экзаменатор Марина Ибики говорит, что если на вопрос кто-то не сможет ответить, то никогда больше он к экзамену не допустится. Так что тут выбор: либо сдаться и перейти на сдачу в следующий раз, заодно и завалив всю свою команду, либо рискнуть всем. Ну, тут ясен хуй, наглый наёб, ибо точно такие же условия ставил перед челиками и Какаши, когда проводил свой проверочный экзамен команде. Команде Наруто стоило бы до этого догадаться, но нет, не судьба. А потому вся аудитория резко приседает на очко. Вот, например, посмотрите на этого дедулю. Мне в этот момент его стало так жалко, что я болел за него до самого конца экзамена. Больше скажу, я плакал, выискивая его глазами среди выживших после мировой войны шиноби в конце Шипудина. Но, короче, все обходится, и решение сдаться или же остаться и является ответом на 10-й вопрос. Типа, если ты не засал
и не оказался достаточно туп, чтобы за это время вылезти на списывание, то ты проходишь. Так что можем выдохнуть за деда. Все главные лица аниме сдают первую часть экзамена и наступает второй этап. Его нам презентует вот этот вот краля. Ля, ну ничего такая, зовут Анку Митараши, артистичная, любит красную брызгущую кровь и красные бобы. Ну нормально, мне подходит. Ой-ой. В общем, она рассказывает об условиях второго этапа экзамена, в нем всех детишек выпускают шароебиться в огромный лес, который зовется Лесом Смерти. Ну, если название вас не насторожило, то предварительно всем челикам выдают расписки о том, что они, так сказать, в случае своего жесткого умерщвления, никаких претензий высказывать не будут. Требуется же от них вот что. За 5 отведенных дней они для начала должны не откинуть копыта, затем добыть 2 свитка земли и неба, по одному из которых в рандомном порядке выдаются каждой команде. То бишь, чтобы завладеть обоими, нужно найти команду, у которой будет нехватающий вам свиток, и отнять его. Следовательно, пройти экзамен могут максимум половина участников экзамена. Ну и в оконцовке эти свитки нужно донести до башни, которая находится в самом центре леса, опять же ни разу при этом не погибнув. Ну а в самом лесу, не считая других команд, которые будут стараться убить тебя и отобрать твой свиток, да куча еще всяких хищных животных, диких насекомых, растений, ловушек, короче, придется выживать. Вполне всего описал этот тест Шикамару. Этот тест сплошная жесть. Отдельный жути нагоняет вот эти челикантосы. Займемся новичками. Мы очень скоро заберем у них список. Ебать, реально страшные. Один каменную маску носит, другой губы красит, третий языком всякую хуйню лижет. Так еще и на шапках же написано. Плохой, плохой, плохой. В конечном итоге каждую из команд выпускают в лес через разные ворота, и тест начинается. Ля, какой довольный. Как ни странно, изначально жестокость происходящего нам решают продемонстрировать через бывших одноклассников Наруто, а именно через команду Кибы, Шино и Хинаты. Те весьма быстро и умело расставили ловушки, в которые сразу же попали ноунейм лохи, что в принципе логично, ибо у всех этих троих идеальный набор способностей для данного испытания. Киба зверю, у которого обостренное обоняние. Шина умеет управлять насекомыми, а Хината способна сканировать местность своим Бьякуганом. Впрочем, более интересно то, что некоторые из участников, вместо того, чтобы как все пиздить о том, какие они жесткие и как всех разъебут, начинают обсуждать конкретно команду Наруто, что наводит на какие-то подозрения. Короче, как дела обстоят? Наруто такой говорит команде, что все нормально, пацаны, сейчас на изичах вообще всех разъебем, но сначала мне нужно пописать. Сакура такая спрашивает, пописать? А Наруто отвечает, да. Пописать. На что эта блядская прошмандовка отправляет его куда-то в чащу? Ебаная ты проститутка! Ты чем голову красила, что у тебя вместе с пигментом мозги разъела? Сука, посреди глухого леса, который под завязку набит челиками, что хотят вас убить, где полно ловушек, ядовитых насекомых, ядовитых животных, обычных насекомых, ядовитых растений и ядовитых ловушек, ты просто так берешь и отправляешь самого тупого чела в вашей команде, который, на секундочку, почти смог себя убить до этого, убирая мусор посреди собственной деревни днем без каких-либо ядовитых ловушек, растений, ядовитых насекомых и ядовитых животных. Ты сама, блядь, животное! У тебя что, шейные позвонки и ноги парализовало? Ты не можешь, блядь, отвернуться? Но что меня больше всего возмущает в этой ситуации, это истинная причина происходящего, а название ей блядство. Ведь если бы отлить захотел не Наруто, а... Я думаю, она первой бы вызвалась ему и член при этом поддержать. В связи с чем я хочу организовать особое социально-политическое движение, которое наконец положит конец этому блядству в аниме. Меня возмущает, что за столько лет до меня никто не решил озадачиться этим вопросом, потому что такое вопиющее блядство — это не то, с чем можно мириться, знаете ли. А посему я призываю каждого, кто это смотрит, распространять данный видос среди всех своих знакомых. Пишите в пабликах, постите на свою страницу, зарегайте аккаунт в одноклассниках, как знать, может твоя одноклассница уже занимается блядством. Если среди твоих подруг есть та, что перекрасила башню в розовый, предложи ей подружески посмотреть, как ты ссышь. Если откажется, знай, эта зараза уже пустила в ней свои корни. Кидай ей мой видос, братан, не стесняйся. Только вместе мы сможем побороть эту болезнь и избавить аниме от блядства. Короче, ясен хуй, Наруто ловит в ловушку, после чего вот этот вот осматик решает превоплотиться в него и обмануть таким образом
седьмую команду. Сакура на все это легко ведется, ну а вы чего ожидали? Однако Саски решает не упускать возможность и заряжает Наруто в ебало, после чего критикует его маскировку. Видите ли, кобура для кунаев не с той стороны и царапины на щеке нет. Ну, сука, а чё ты хотел? Ты посмотри на его команду, этот додик среди них еще цвет нации. Ну да, в глаза немного долбится, право от лево не отличает. Так два других же вообще, блять, один циклоп, другой слепой. Недаром тех даже на вылазку с тобой брать не стали. Сука, ниндзя, блять, они, наверное, лидера по количеству глаз определяли. В общем, Саски освобождает Наруто, и они вместе навешивают пиздюлей Асматику, после чего решают собраться и придумать для своей тимы специальный пароль, который помог бы им выявлять лазутчиков. Пароль Сосок придумывает ебанутый длинный. Как знаете, пошли бы вы с друзьями в военный поход, а те попросили бы вас томик Байрона для приветствия заучить. Но в этом всем также сокрыт хитрый план гения. Понимая, что их подслушивают, Учиха специально придумал пароль, который не сможет запомнить Наруто, дабы выявить таким образом злоумышленника. О том, что тот мог бы замаскироваться под Сакуру, он в принципе не подумал, но бля, кому нахуй вообще сдалась эта дура. План срабатывает, а разволосы опять не вдупляет, как же это вообще все работает. Но перед тем, как перейти к дальнейшим действиям, знаете что? Окей, я понимаю, что касался этой темы до этого, но давайте-ка еще раз поговорим о Сакуре, на этот раз серьезно. На самом деле, я настолько презираю этого персонажа, что, пожалуй, сделаю такой хорошей традицией данной серии хуесосить Сакуру в каждом выпуске. Полагаю, никто не будет спорить с тем фактом, что при всех своих плюсах, Наруто одно из тех произведений, которое очень любит допускать алогичные условности в угоду сюжетной задумке автора. И если не считать знаменитой Наруто-терапии, сильнее всего это бросается в глаза на личностных характеристиках таких персонажей, как Наруто и Сакура. Собственно, здесь все просто. Наруто позиционируется как весьма туповатый персонаж, в то время как Сакура вроде бы очень умная девушка. Саски посерединке, так что с ним никаких проблем нет. Подобный расклад мы можем понять из реплик других персонажей, периодических гэгах, связанных с сатупами Наруто, а также из официальных датабуков. Тем не менее, каким-то немыслимым образом в боях получается так, что Наруто подчас генерирует хорошие и продуманные планы, Сакура же в это время каждый раз пробивает одно дно за другим. Может показаться, что в этом и есть нелогичность, ведь персонаж, которого в открытую презентуют как тупого, на самом деле является умным, и наоборот, персонаж, про которого все говорят, что это умный челик, все время тупит. Но я тут прикинул, и с этим как раз все вполне хорошо и правильно, ведь в таких охуенных моментах, как например в этом, где якобы умная Сакура даже не смогла распознать элементарную ловушку Делбика из деревни Дождя, все абсолютно логично и правильно. Я честно не знаю, продумывал ли это все Кишимото специально, или же у него хорошее интуитивное мышление, что он прописывает такие детали неосознанно, но дело тут совсем не в интеллекте. Дело в банальной пассивности и неуверенности в себе. Наруто реально по умственным способностям звезд с неба не хватает. Он не супер тупой, но и не сказать, чтобы шибко умный. Плохо усваивает информацию, легко попадается на уловки, не способен разбираться в шибко сложных вещах. Однако, если ты идиот в чем-то, это не значит, что ты идиот во всем. У Наруто есть ровно два интересующих его аспекта, которым он уделяет огромное внимание. Во-первых, он неплохой эмпат, но только там, где чужая проблема резонирует с его собственными. Так Наруто абсолютно не может понять Сакуру, которая вполне обычная такая девчуля, и мыслит в принципе как любая другая такая вот тёлка. Но он легко может понять, как чувствует себя, например, Конохамару, желающий выбраться из ловушки его репутации и показать другим, чего он на самом деле стоит. Потому что они во многом одинаковые, просто Наруто все время расценивали как чудовище из-за истории с Девятихвостом, и никто не желал узнать его настоящего, а Конохамару наоборот расценивали как почитаемого внука Хокаге, но опять же всем было наплевать на то, кем тот является сам по себе. По этой же причине Наруто сразу заметил шрамы на руке Рока Ли, ибо он и сам изнурял себя тренировками, дабы добиться уровня остальных и показать, что он не хуже. И сразу же в этом моменте его злоба и недоумение сменяются сочувствием и пониманием. Он сам не понимает, что понимает, но как бы понимает. Охуенно сказал. Поэтому Наруто может в глубине души понять Саски, но не может понять Сакуру. Второй же аспект, крайне важный для Наруто, это сражения. Потому что именно через них он решил добиться своей цели. Именно за счет сражений и становления величайшим ниндзя, Наруто надеется заслужить любовь и признание. Поэтому, да, обычно не самый умный Наруто во время боя или тренировки заставляет свой мозг работать на все 120%, потому что он не
боится, не ищет пути отступления, а усердно старается подобрать ключик к победе. И об этом он думает все, блять, свое время абсолютно, даже когда не дерется. В то же самое время с Сакурой все абсолютно наоборот. Она пассивная, чудовищно пассивна. Настолько пассивна, что в боевой ситуации ее мозг просто отключается напрочь, и она перестает хоть что-либо соображать. Она реально не глупая, ну, для своего возраста как минимум. Но она из тех, кто может в идеале заучить теорию, а потом абсолютно все забыть на практике из-за волнения. Поэтому ей было легко написать тест, но она оказалась совершенно не способна разгадать обман дождевого ниндзя и Орочимару. Потому что Сакура никогда не станет участвовать в битве, если только другого выхода попросту не останется. Каждый раз, когда команда вступала в схватку, все, чем занималась Сакура, это подбадриванием и наблюдением за своими напарниками. А все дело в том, что Сакура катастрофически не уверена в себе. Именно эту неуверенность она и старается скрыть за агрессивным поведением, когда дело касается Ина или Наруто. Короче, тех, от кого она точно знает, что не получит пизды, потому что, например, в конфликте с тем же Конкуро она быстро засунула язык себе в жопу. Однако, в других ситуациях она старается всеми силами избежать конфликта. Более того, такому человеку, как Сакура, важно избежать реальной стычки и при этом сделать так, чтобы никто другой этого не заметил. То есть, ей крайне важно найти для себя оправдание. В предыдущей части Тазуна, может, и считал, что Сакура смелая чикса, которая готова стоять на его защите, несмотря ни на что, и ему повезло в этом плане, но правда в том, что повезло как раз Сакуре с Тазуной, нежели ему с ней. Тазуна дал Сакуре идеальное оправдание для того, чтобы она не участвовала в битве. Ведь со стороны кажется, что она действительно защищает деда и безукоризненно выполняет приказ Какаши. Но реальность такова, что реши Забуза напасть на старика, он бы просто перерубил и его, и Сакуру одним ударом. В принципе, это мы и видим в тот момент, когда Забуза решает атаковать деда. Сакура вообще не успела даже двинуться. Или, возможно, побоялась двинуться. И удар на себя принял Какаши, что делает всю ее помощь абсолютно бесполезной. Но со стороны выглядит неплохо, да, будто бы она защищает Тазуну, давая возможность остальным членам команды сосредоточиться на драке. Вот только нихуя. Желая Сакура помочь по-настоящему, она бы сделала хоть что-то. Банально бы попыталась проанализировать стиль боя Забузы и помочь парням на этапе составления тактики. Ну, знаете, как пример можете рассматривать атаку Титанов, где, например, Армин тоже такой себе боец, но постоянно старается хоть как-то помогать команде, генерируя какие-то тактики, иногда идя на жертвы и так далее. Но Сакура не способна на такое, ибо она настолько не верит даже просто в свою способность драться, что даже не старается сделать хоть что-нибудь. Идеальное подтверждение этому момент с Гинзюцу перед экзаменом. Изуму и Катетсу, это вот эти два челика, наложили простенькое Гинзюцу на местность, дабы запутать школьников. Разумеется, кто-то типа Наруто этого бы никогда не заметил, но их легко разоблачает Саски. Тем не менее, Сакура, которая все это время находилась рядом и которая якобы имеет способности к гиндзюцу, даже ни слова насчет этого не проронила, пока ее не приободрил Саски. Саски, по сути, дает Сакуре разрешение включить мозг и показать, на что она способна. И та даже не сразу успевает спохватиться, однако потом быстро рассказывает про то, насколько это все было на самом деле очевидно. Впрочем, не скажи этого Саске, мозг Сакуры включился бы намного позже или не включился бы вообще. Короче, с этим все понятно. Это действительно хорошо построенные образы персонажей, и здесь никаких противоречий нет. Тут есть одно большое противоречие в миропостроении всего аниме. Дело в том, что Сакура, по сути, абсолютный балласт для команды. Она ни капельки не полезна и даже вредна. Вспомните все достоинства, которые ей приписывают. Она неплохо умеет распознавать гиндзюцу. Окей. Однако не способна это делать самостоятельно без чужого одобрения, ибо крайне не уверена в себе. Да и в целом, такой себе вклад в команду, когда у сильнейшего ее члена есть особые глаза, одно из базовых свойств которых легко рассеивать любое гиндзюцу. То есть иммунитет к гиндзюцу у Саски намного выше, нежели у Сакуры. Также Сакура умная и хорошо умеет усваивать теоретическую информацию, однако совершенно не способна использовать ее на практике, ибо во время боя мозг разволосый отключается, и она не в силах распознать даже самую банальную уловку. Я уж молчу, что за все аниме она почти ни разу не придумала никакого хитрого плана, в отличие от тех же Наруто и Саски. Далее, хорошо контролирует чакру. Классно! Ну, какой толк, если она ее не использует, ибо даже не вступает в бой? Плюс ее контроль чакры мало на что годен, ибо она чересчур слаба, запас чакры у нее маленький, а никаких мощных техник она и не знает. Когда, например, она в будущем дерется с сына, она не использует ни одной техники, просто пытается
пытается запиздить ту кунаем. Подбадривать команду она тоже не в состоянии, ибо первый теряет всякую уверенность. То есть это абсолютно по всем пунктам уёбищный и бесполезный член команды, даже в сравнении с другими кунаити, которые тоже не блещут. У Хинаты есть Бирикуган, который может обеспечить команде важное преимущество. У Ина контроль над разумом, плюс она очень хороший командный игрок и вообще весьма инициативная девушка, поэтому может выступать как лидер команды. Тентен не особо сильна, но может обеспечить прикрытие и хотя бы не боится драться. Темари вообще намного круче того же абсоса Конкура. Да даже позже в Шипудене, когда все основные челики научатся кидать на землю метеориты, управлять временем пространством, создавать гигантские доспехи, уничтожать пол земли одной техникой, Сакура научится направлять чакру в кулачки и сильно бить. Вау! Круто! Особенно учитывая то, что направлять чакру в ноги, например, чтобы держаться на воде, может почти любой генин, стало быть, и направить в руку для усиления апперкота тоже для них большого труда составить не должно. И в связи с этим вопрос, какой долбоеб в реальном мире бы вообще отправил эту обоссанную Сакуру в какую-либо команду? То есть деревне, стране, репутация, суверенитет, жизнь, которая может зависеть от задания, которое поручают вот такой вот команде, решает укомплектовать эту команду как минимум одним абсолютно бесполезным и даже вредоносным членом, ибо эта самая Сакура будет постоянно дезморалить команду, отвлекать ее, замедлять. И как бы просто вспомните поговорку, что стадо движется со скоростью самого медленного животного. Это и есть дурацкая условность мира Наруто. И в дальнейших событиях все это станет прекрасно видно, что иронично, ибо как я понимаю, оригинальная задумка наоборот должна была показать развитие Сакуры, ее рост над собой, но обо всем по порядку. Чел, что выдался за Наруто, это тот самый плохой ниндзя с языком. И последующая битва с ним, пожалуй, самая запоминающаяся часть данной арки, не считая битвы Ли, и для начала мне очень понравился этот дизайн. Орочимару, а именно так его зовут, если вы вдруг из тех, кто не смотрел Наруто, примерно так выглядит в своей привычной форме. В принципе, это то, как выглядит большинство важных антагонистов в аниме. Этакие красивые черти, обладающие несколькими отличительными деталями и продуманным внешним видом, но не перегруженные деталями. Ну, то есть просто посмотрите на нескольких персонажей Наруто. Вот, например, Пейн. Выглядит как обычный чел, выделяется лишь глазами и пирсингом. Глаза являются очередной обилкой, а пирсинг служит специальным передатчиком, который нужен для юза его способностей. Или Итачи, также вполне обычный челик, обладает шаринганом и вот этими штуками на лице, которые придают ему болезненный и сушеный вид, что опять же объясняется сюжетом, ибо Итачи неизлечимо болен. Тот же Гара имеет одну татуировку и черные круги вокруг глаз, и то объясняется сюжетом. И теперь посмотрите, скажем, на этого чела. Башка перевязана, шрам на пол ебала, одного глаза нет, рот зашит, так еще и на груди какая-то ебучая водопроводная труба. Сразу видно, что чел скоро сдохнет. Орочимару же в своей первоначальной маскировке выглядит наоборот как-то недостаточно выделяющимся. Да, у него есть этот змеиный язык, но не считая его, он выглядит очень непримечательно как в плане одежды, так и в плане лица и прически. И эта обманчивая обычность делает его еще более угрожающим, когда чувак начинает вытворять всякую жесть. Отчего этот вариант дизайна мне нравится даже больше, чем настоящая внешность Орочимару. Честно говоря, это то, какие впечатления появились у меня самого, но я совсем не уверен, что это так на самом деле. Я, короче, устрою тут вот в углу голосовалку, а вы скажете, возникли ли у вас такие же ощущения, или хуйня это все и давай по новой. В целом, бой с Орочимару охуенен от и до. Начинается все с того, как Саске понтуется тем, насколько он умный и как обвел того вокруг пальца, после чего Орочимару говорит, что ну, неплохо, и просто делает так. То есть, ему хватило одного лишь взгляда, чтобы вернуть Саске Сакуре состояние полнейшего шока. Просто один взгляд, и те уже поняли, что этот парень на абсолютно другом уровне, нежели они. И там, где Забуза без конца кричал о том, как он убивал, блядь, убивал, нахуй, Орочимару показывает свою безжалостность одним лишь видом. В итоге, Саске приходится ранить себя в ногу, чтобы выйти из шокового состояния и увернуться от атаки Орочимару. Хотя, по-моему, это работает по-другому, и шок наоборот затупляет чувство
боли. Ну, да ладно. Наруто же тем временем чилит внутри огромной змеи. Выбраться ему помогают его любимые клоны, которых за первый сезон он настолько уже зафорсил, что кажется, будто это непосредственно его личная именная техника. Он прибегает к Сакуре и Саске на помощь, но последний кричит ему спасаться поскорее. И это повергает парня в состояние такого ахуя, что обстановка накаляется до предела. Несмотря на всю свою показушную ненависть, Наруто таки глубоко уважает Саске, иначе он банально бы не выбрал того себя в качестве главного соперника. А тут он приходит и видит, как Саске буквально ёбнулся от страха. Злость и разочарование от увиденного в Наруто достигает такого уровня, что чакра девятихвостого листа вновь вырывается наружу. И вот эта вся бешеная ярость помогает как никогда прочувствовать отчаяние персонажей, ибо в этом моменте Орочимару дополнительно выбивает себе несколько очков крутости. Мы прекрасно знаем, что девятихвостый лист — это мега сильная штука, которая когда-то чуть не разрушила целую деревню. Сила ее заключена в Наруто и, очевидно, будет в сюжете работать как козырь, который должен спасать Наруто из безвыходных ситуаций. Скажем, есть Хаку, которого блондин своими силами ну никак завалить не способен, а помочь уже некому. Включается режим Берсерка, и ситуация разрешается. Таким образом, аниме как бы сохраняет уровень силы Наруто на прежнем уровне, ибо сила Наруто — это сила Наруто, а сила Девятихвостого — это сила Девятихвостого, и аниме проводит между ними определенную грань. Но все же дает нам понять, что в случае чего, вот таким вот образом можно будет выбраться даже из самой сложной ситуации. В конце концов, даже Забуза, который был не абы кем и почти убил своего Каги, офигел от одной лишь чакры лиса, даже не видя его проявления. Хакута и вовсе отъехал с одной тычки. Однако Орочимару же без особого труда нейтрализует этот супербаф, полностью уводя Наруто из битвы. Более того, он не пребывает в каком-то ахуе, а демонстрирует свою высокую информированность, мысленно говоря, что понимает, что происходит. Таким образом, если раньше он еще мог сойти за хоть и дико опасного, но проходного чела, то сейчас мы точно понимаем, что Орочимару играет большую роль в сюжете и является невъебенно сильным. Саске все это время испуганно дрожит в сторонке и даже в момент падения Наруто лишь смиренно опускает взгляд, расписывая свои бесконечные помощности. Сакура орет на него, что он, мол, трус, и Наруто лучше его, все такое, что в принципе правда, но слышать это от чувихи, которая даже никак не пыталась помочь кому-то из них в битве, как-то, ну, такое. Примечательно, что мотивацию Саске придает не столько его побитые друзья, сколько то, что он... Он вспоминает своего брата, которого хочет убить, но если раньше в его голове это выглядело как нечто типа «я должен обязательно выжить, ведь если я умру, то не смогу его убить, а сильно, ну, стану, ну, просто это, тренируюсь и дерясь с теми, кто не настолько опасен, чтобы меня убить», то сейчас эта установка трансформировалась в «если я не готов столкнуться с опасностью и победить, то своего брата я точно не смогу одолеть». Хотя, по факту, скорее всего, отчаяние внутри Саски в этот момент просто достигло такого уровня, что он понял, что иного выхода уже никакого не осталось. Ну, знаете, когда человек загнан в тупик, он может либо окончательно сдаться, либо же наоборот потерять всякое чувство страха и предпринять самоубийственный рывок. В любом случае, за счет этого Саски активизирует весь свой внутренний потенциал и вступает в бой с Орочимару, в котором показывает себя даже лучше, чем Наруто в форме девятихвостого, используя мощные техники и сохраняя ясную голову. В итоге ему удается притвориться побежденным и подловить Орочимару. Сука, я буду убивать тебя, пока не убью. Черт, Алекс, я давно уже смирился с сандалием, но это, блять, что такое? Я ценю, братан, твой авторский стиль, но давай без этого, пожалуйста. В общем, эти смайлики на платьице Орочимару оказываются бомбами. Благодаря им Саске сбивают чувака с ног, а затем связывают при помощи сюрикенов с леской, после чего сжигает огромный струю огня. Таким вот образом, ему удается одержать верх. Якобы одержать верх, ибо все произошедшее оказалось всего-навсего проверкой. И в цели Орочимару вовсе не входило умерщвление Учихи. В итоге, оставшись довольным такими результатами, Орочимару показывает свое истинное лицо, одним движением руки парализует Саске и оставляет на том свою метку. Саске-кун после этого окончательно отбрасывает копыта и ложится отдохнуть, тем самым оставляя Сакуру одну. Да, зовет Наруто! Наруто! Саске ранен! Помоги! Ведь Наруто сейчас так похож на того, кто может помочь. Наруто! Да, ты еще раз позови, он уже почти проснулся. Вообще, момент вроде как должен быть проникновенным, ибо беспомощная Сакура понимает, что осталась одна посреди кишащего врагами леса. Оба ее напарника, что всегда тащили на себе всю основную работу, не удел, Наруто без сознания, с ее любимым Саски вообще хуй знает что. И по идее, это тот момент, когда мы должны ощутить, в насколько же сложной ситуации оказалась Сакура, ведь теперь именно ей придется всех защищать. Однако, честное слово, к этому моменту разволосая шаболда уже так заебала. Опа, братан, а ты что, досмотрел до этого момента? Ну ты герой.
герой, ну ты жесткий, конечно. Вообще, изначально этот ролик планировался до момента, когда Какаши встречаются с Кабуто в больнице, где последний пытается что-то там сделать с Саске. То есть, ровно на том моменте, где кончается промежуточное испытание. Вот, однако так получилось, что я написал столько всякой хуйни, и половина из этого про Сакуру ебаную, как вы заметили, что заняло все очень много времени. Я-то вообще-то и рад выпустить ролик длиной в 1:30, 1:40. Я, в принципе, так и планировал. Однако боюсь, что, ну, блядь, не потяну реально. Уже заебался. Устал, братки. Ну, серьезно. Очень, блядь, спину ломит. Глаз болит. Пальцы деревянные. Не могу. Нужно отдохнуть. Да и к тому же, если бы в итоге все это собрало по хуйне, я бы, наверное, себя вскрыл. Так что, вот, я выкидываю первую часть. Следующая оперативненько подъедет. Где-то уже, наверное, через неделю. Максимум через полторы. Так что вот ждите, братва. Если хотите меня поддержать, то, пожалуйста, лайкните этот ролик, напишите смачный, развернутый, интересный коммент, можете хоть несколько, хоть два, хоть три, хоть пять, хоть десять. Вот, репостните это видео куда-нибудь в паблос, группу себе на страницу, вообще сделайте мне приятное, большое спасибо за такое будет, ну и можете мне задонатить. А пока что я со всеми прощаюсь, ждите подгон по второй части Нарутки уже скоро, я вас всех люблю и не хворайте, любимые.